запустил игру до того, как начал записывать Чупачом. У нас стили добавили. Добавили стиль на Манию, я вижу, без шлема. Кстати, очень дико стало похоже на Майю. А это что? А, ну так это чистая Майя теперь. Вот это вот прям дико похоже на мою, конкретно мою. И ну и начался у нас, да, Неймар. Ну-ка дайте вот просто посмотреть именно что с Майей. Потому что мне кажется, это дико на мою похоже. Ма. Вот моя Майя. А вот она, Майя. Слишком сильно стало похоже. Татухи очень похожи, да? Очень сильно. Угу. Где? А у кого-то, наверное, она вообще, блин, с прической плюс-минус такой же, да? Ну, короче, сильно сделали. Майя, типа, ну, как-то не особо теперь привлекательно. Манию очень круто сделали. Прикольно. Но сам скин Майя стал дико прикольным. Еще более интересным. Спасибо еще раз тому, кто подарил мне в свое время. Всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит, и сегодня у нас 28 апреля, друзья, я вновь не дома записываю Чо Почем, завтра уже будет стандартное. Давайте смотреть, что у нас сегодня будет в магазине, будет ли какая-нибудь сегодня новинка, и нужно ли будет что-то сегодня покупать. Давайте. Так, без новинок, но зато что у нас есть, ребят? У нас есть топовая эмоция с Rocket League в передвижении. Это мини-кар. Она в Где сальтуха? Она в передвижении делает периодически сальтуху. Здесь не покажет? Здесь нам не показывают, ребят, я вам в игре обязательно покажу. Она сальтуху делает, прикольно. О, во, показали. Вот такую сальтуху делает, кайфовая эмоция, стоит 500. И с передвижения на вот этих на машинках, наверное, пока что лучшее. Посмотрим, что будет дальше. Дальше у нас, ребят, мания. Обычно, когда нам закидывали дополнительные стили на скины, их нам закидывали не сразу в магазин. В этот раз прям сразу, ребят, это добро пожаловать, это топовый теперь скин. Он и так мне нравился, я его не покупал первый самый выход, когда мне его подарили. Я недооценил этот скин, всегда вам говорил, что скин классный. А сейчас ему еще добавили два стиля, без шлема и без маски. Офигенный скин за 800, прям, я думаю, он сейчас опять оживет. И его и так им пользовались, а сейчас он оживет, я думаю, видеть мы его будем почаще. И добавили вот такие клинки бэкпэк за 600. Они будут взаимодействовать, само собой. И это офигенно, я обязательно прикуплю этот бэкпэк. Идеальное сочетание изящества и смертоносности, да. Бэкпэк плюс кирки за 600, это офигительная цена. Ребят, прям сразу, тег автора SPT-083, не забывайте, ребят, указывать тег автора SPT-083. И примерим. Кайф. Это реально кайф. Дальше у нас игрушечный солдатик. Это у нас скин с тремя стилями. Красный, зеленый, серый. И потертости. С потертостями, к сожалению. Игрушечные солдатики. Скин кайфовый. Скин очень мне нравился до вот этих потертостей. Ну и сейчас. Так. И пластмассовый пехотинец. Пехотинец получше, но вот потертости мне лично не особо нравятся. Поэтому я от этого скина, ребят, я его вернул. Я расстроился, когда ему сделали вот эти потертости. Обертка. В обертке также три стиля, ребят. Точно так же. Красный пластик, серый пластик, зеленый пластик. За 400 все цветы. Все три цвета. Да. Опускаемся ниже. Ой-ой-ой. Ниже у нас топовый комплект, который выходил в этом сезоне не так давно. Я его купил. Мне он очень понравится. Это птица Лов с бэкпэком. Это Кирочка. Вот она, ребят. Кирка на любой скин одевается. У Кирки анимация, как у Кирки Звездного... Кого там? Из Звездных Войн Фина Кирка. Вот такая же анимация. Очень кайфовая. Очень нравится. Мне прям смело рекомендую. И вот такой топовый дельт. Дельтик тоже бомба. Дельт, если вы вот с этим бэкпэком. Бэкпэк убирается. Ну, типа он и раскрывается. Ну, если без него просто дельт и дельт. Мне очень зашел этот дельтик. Очень классный. Топич.
Офигенный сет, рекомендую. Сколько стоит, к сожалению, не знаю, без скидки, не помню. 1500 скин, 800 кирка, 1200 дельтаплан. Рекомендую смело. Опускаемся ниже, ниже у нас початок. Ну, банан, да, ребят, немного переделанный. Попкорн лопается при получении урона. Короче, не при получении, ну, короче, вы наносите урон, да, как я... Или по вам наносит урон. Ну, короче, он со временем, во время катки, ребят, начинает вот разветываться, разрываться. 4 стиля у него, ну... Такое. Дальше, это стрелок Прута. Блин. Кайфуча, очень мне нравится эта скин. Это за 800 один из моих любимых. И вот... И эти кирочки ему тоже сюда отлично заходят. Блин, очень круто. Очень классно смотрятся кирки. И очень кайфучий скин. Рекомендую тоже смело. Подсолнух. Ну, тут не нужна особая, да, реклама, ребят. За 200 бэкпэк вы его любите. Я не особо. Музыка «Радость Победы». «Сладость Победы», извините. И пошли эмоции. Топовая эмоция. Прям топовая. Кресло-качалка. Кайф. Твист. Вот так. Такси. Пойдет. Есть и похудшие эмоции, но не топич. Початок. Опускаемся ниже. Ниже остался у нас Major Lazer, ребят. Ниже остались все эмоции с авторскими правами. Очень долго они висят. Еще одни. Долго, долго. Набор киберугроза. И, ну, короче, анимешницы, ребят. Скины, кирки все еще висят. Отряд Fortnite, ребят, последние дни. Если вам нравится этот отряд, не забудьте оформить подписку до конца этого месяца, иначе этот скин уже не получить. Тег автора, как я и говорил, уже SPT-083, ребят. Еще у нас появились уже деньги. Как вам показать новости, дайте мне. Ну, короче. Ну, покажите. Вот, короче, у нас появились уже задания, ребят, на скинчик. Так что вырывайте скин кирка от Неймара. Секретный скин делайте. Я пока еще, к сожалению, нет у меня возможности. Приеду домой в среду на стриме. Обязательно. Ну что, ребят, у нас с вами Мания в новом стиле, где у нее видно волосы без шлема, также без маски. Но я говорил все разы, что скин абсолютно играбельный с новым стилем. Это просто он заиграет по-свежему. Это очень классно. Очень он похож теперь на мою. Ну, лично на мою прям очень сильно похож. Но все равно кайфуй. Бэкпэк, ребят. Бэкпэк мне очень нравится. Играбельный, юзать буду 100%. Кирки, да, достаются, когда из бэкпэка. И он становится еще более приятным. Маленькая такая фиговинка. Это очень классно. Очень. Кайфы. Кирочки аккуратненькие. Два трезубца, да? Типа как у кого? У Милены, по-моему, да, такие были в Мортале. Аккуратненькие кирочки. Кайф. То, что взаимодействие с бэкпэком за эту цену мне очень нравится. Дельтик у нас есть, да? Где он? Тут вот он. У нас есть дельтик. Дельтик топовый. Вот так это выглядит. Все очень подвижное. След есть. Выглядит классно. Мне прям нравится. Эмоции. Ага. Раз. Кайф. В передвижении. Поехали. Еще видите, как след от нее. Сейчас сальтуху сделаем. Опа. Кайфы. Эмоция бодрая. Эмоция бодрая. И эмоция твист. За просмотр всем, ребят, спасибо. Не забывайте жмакнуть лайкос и подписаться на канал. И приходите ко мне на стрим уже в среду. По расписанию всех буду рад видеть. Ребят, я по вам соскучился.
Всем спасибо за просмотр. Пока.